Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на прошлом уроке познакомились и подробно разобрали движение руссконародного танца под названием «Моталочка». Вы мне прислали свои видеоотчеты, я их все посмотрел. У вас все отлично получилось, вы большие молодцы! Как мы с вами говорили, «Моталочка» используется достаточно часто в разных танцах, но в основном используется в сочетании с другими танцевальными движениями, в комбинациях, для того, чтобы добиться зрелищности и техничной сложности танцевальных композиций. И сегодня мы с вами разберем танцевальную комбинацию на основе моталочки, где у нас будет присутствовать ковырялочка, ковырялочка в повороте и тройные притопы. Обращаю ваше внимание на исполнение движений. Мы всегда сидим в деми-плие, работает активно опорная нога, натягиваем спины, закрепляем свои бедра. Я уверен, у вас все получится, а ваши успехи жду в ваших видеоотчетах.